кураж, слоты, ставки на спорт. 100 рублей за репост и 50% депозит. Все это на GetX. Все, заходите. Потому что там долго они что-то нюхают. Короче, вот. Вы заходите на сайт. Заходите на сайт jackbox.fun и вводите вот этот код. Ты что, дебил? Чувак, я вас ждал 100 лет, блядь. Вы очень долго вводите код. Хуйца пососите, блядь. Слишком долго вы. Вот, заходите. jackbox.fun и вводите код. И все, вы будете типа как зрители играть. У меня не випы, а ебланы. Заебешься ждать хуесосов. Я ебал их маму. Поехали, все зайдут по пути. Вводите сайт jackbox.fun и вводите код, и все. Ставки не будет, потому что там пока не, ну, не по такие игроки. Местные жители знакомы с историей заброшенного здания, называют его отелем смерти. Кого? Главных ролях, детективчик Мазелов. Несколько поколений таинственной семьи. Я люблю маму. Что это, блядь, за хуйня? Малайер, кончал в чай, Вижен. Другим новостям. Убийцы смертельной вечеринки по-прежнему на свободе. Сектант Ларчик, Альфа-Банк. Ты хорош в убийствах? Далее волки. Смертельная вечеринка 2. Все, ребята, вам пизда. Сегодня я не ошибусь. Просыпайтесь. Алло. Приготовьтесь умирать. Кого? Сегодня я ни разу не ошибусь. Ха. Смертельную вечеринку. Ваше бесплатное путешествие на выходные было ловушкой, которая привела вас в игру не на жизнь, а на смерть. Лишь один из вас останется в живых. Я надеюсь, что выживший игрок вспомнит нас, если в будущем запланирует отпуск. Я! Итак, поехали! Вопрос первый. Ни одной ошибки, вперед! Сколько государств участвовало во Второй мировой войне? Ой. Используйте свои устройства, чтобы ответить на вопрос. И зрители тоже, между прочим. Поехали! А почему у меня квадратная ебала очкастая, блядь? Что за хуйня? Блять, мне не нравится мой скин, говно! Хуесосы гуглить нельзя, быстро отвечаем! Правильный ответ. Первый! Это... Есть! Ответил правильно. Сосать! Остальные? Я хочу вам кое-что показать. Человек историю учил, между прочим. Сейчас мы умка утрахали. Добро пожаловать в комнату смерти. Привет. Стена! Стена! Вам надо сбросить свою фишку и попробовать избежать смертельных ячеек. А, мы будем класть ловушки, да? Кому-то нужно выбрать, где будут находиться смертельные ячейки. Можно? О, можно. Вы же выберите ячейку, чтоб жизнь мёдом не казалась. Выбрал. Какая же вам пизда, ребята? Это я выбрал. Окей. Да начнутся игры. Нельзя, блядь, хуесос, ебан! Ой, какая жалость! Длительности вашей жизни. Ой-ой-ой! Какая жалость, блядь! Пока, Вижен! Эй, хорошая работа, зоны смерти! Лох ебалый. Сосай. Чтоб не расслаблялся, блядь. А у кого тут больше всех денег? Блядь! Не волнуйтесь. Помните, мертвые игроки тоже игроки, просто их проще видеть насквозь. А еще их убили. Не прекращайте играть, и тогда сможете украсть жизнь у другого игрока и выиграть. А еще они в гробу. А еще, в этой игре есть зрители. Если они выживут, вы умрете. Не понял. Подсказочка, вы в любой момент можете присоединиться к зрителям. Какая реклама, интеграция, блядь, это просто игра, же долбоёб. Дальше. Ебать, если мне джекбокс заплатил, будешь представлять, какие такое там бабки были бы. Растение является кипарисом. Все, до свидания, я не знаю. Что такое кипарис? Тархун — это растение? Что такое АА, блядь? Что такое АА? Ну похуй, я за АА, я не знаю, что это, блядь. АА, блядь. Время почти вышло. АА, я вообще, что это? Я еще первый раз слышу, блядь. Кто выбрал? Вот хорошо.
Блять, хуесосы. Ну вы тоже все выбрали, да? Ну сука. Остальные игроки, которые еще живы, следуйте за мной. А можно? Я не хочу. Ну, блядь. Добро какое АА? В комнату 237. Ко. Блядь. Сделайте мне новую татуировку, нарисовав ее на своем устройстве. Мне тоже на татуировку рисовать, да? Че вы рисуете, блять, хуесосы? Ёбаный в рот! Блять. Да иди ты нахуй! Блять! Вот и все. Теперь голосуйте за свой любимый дизайн. Художник с меньшим количеством голосов сдохнет. С меньшим сдохнет, да? То есть я могу умереть, да? Блять, я не хочу. Голосуйте уже. Итак, что мы решили? Так. Фух. Это, наверное, будет выглядеть хуже после лечения. Время для слава небольшой богу, блядь, расплаты. Качок. А чё так жестоко, блядь? Я такого ещё не видел, чё за пиздец? Мне казалось, что призраки просто провалятся сквозь лифт, когда тот пойдёт вверх. Но, полагаю, законы призраков не имеют никакого смысла. Чего? Сектант умер. Поехали! Попробуем ещё один. Какой символ используется в Греции вместо... Блядь, я не знаю! Дай-ка угадаю, ёбаный насрал. Я не знаю почему. Я думаю, что это. Я проголосовал за второе. Кто выбрал? Два! Блять, хуй сосы. Ну, блять. Настало время последствий. Ну не надо! О, вы посмотрите, блядь! Моя куча денег. Я в прошлый раз хуесосы все заруинили, я помню захотите. Это, блядь. Но если возьмете денег больше или меньше всех, то пожалеете. Хуесосы. Веселитесь. Больше или меньше? Че, забыли про Настю Кэтскову. Мас, ты так и не играл в моем порядке с подписчиками. Окей, кто что жаль. Взял? Выиграла недавно у Андрея на стриме в Шарахбанк. Поздравь их и точка часто не доначит. Самый алчный и менее алчный должны быть наказаны. Ты чё, блядь, кончен? Хуйцосы, блядь, гнилые, ну вы... Блядь! Спасибо большое, Настя Кэт, за 150, спасибо. Among Us с подписчиками всё будет, если чё. Поздравляйте с баном у Андрея, кстати, спасибо. Суки, блядь! Мы прибыли. Когда в живых останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. Да я ему рот ебал. Следующий вопрос. Какое разрешение соответствует стандарту? Ну, блядь, а почему ты у меня это не спросил? Я это знаю, блядь. Ну, блядь, он... Я насрал жижи и очень жестко пиздец. Вот это да. Время почти вышло. Кто ответит неправильно, у того мама. Кто выбрал? Вот я. Это. Ну понятно, очевидно, блядь. Надстой. Есть. Двигаемся дальше. Когда герой некоего произведения не знает о чем-то, что знают зрители, как это называется? Спойлер! Ебать Лазон! Время почти вышло. Прям у зона охуенно вообще. Кто выбрал? Два! Вот это. Пизда. Пора. Пора. Блять.
Поздравляю, вы все попали на мою раздачу лотерейных билетов. О! А, блядь, так это же хуйня была. Чтобы выжить, сотрите защитный слой в клетках и найдите 3 значка доллара. Я загадал, что Альфа-банк если умрет. Если не остановитесь на этом, я вознагражу за каждый дополнительно найденный доллар. Но если попадется хотя бы один череп, я сотру вас. Вперед! Да я знаю, что новый режим в Лукасе, я знаю, что вы хотите хойку, хуесосы! Я уже сказал, блядь, сделал план, будем играть, идите нахуй, сука! Блядь, животные ебаные, я же вам объяснил уже, сколько можно, блядь? Пиздец просто, у нас сколько, блядь, поленья ебаные? Ну давай! И чё, это реально ничего стирать не будешь? Мы все знаем, что означает проигрыш. И чё, он выиграл? А почему он въебал? А чё, все сдохли? Ой, я не хотел убить вас всех. Но мне все равно нужен один живой игрок, так что... Я! Да блядь! Видите, иметь больше всего денег приносит хоть какую-то хуйню. Хуесос, я выиграю, мне похуй. Я выиграю, блядь. Мне похуй. Давай сюда. Сейчас я эту рыбу нахуй насажу. Не ты отсюда. Хватай его, блядь! Первую категорию. Так. Казненные главы государств. Так. Выберите ответ, который подходит под категорию, и нажмите «Отправить». Взглянем на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвигаетесь на шаг вперед. Ага. Ты на пути к выходу. Погоди, ты же не думаешь, что ты будешь делать это в конечно! Да почему меня постоянно не двигает, блядь? Если призрак догонит тебя, он украдет твою жизнь. Затем все, поехали. Он сможет сбежать отсюда и выиграть. И вот вопрос, который звучит для всех. Что это, блядь, за вопрос? И они получают третий вариант, чтобы им было легче догнать тебя. Ты чё, клоуна, я ебу, блядь? Время почти вышло. Пизда. Вот сразу видно хуесосы. Фортнайтеры, блядь. Нормально, нормально. Анимационные фильмы Диснея. Сейчас. Иди сюда, Альфа-банк. Бля, я хочу выиграть. Есть. Иди сюда. Ты лучше, чем я думал. Это он мне? За ним. Страны-основатели НАТО. Наверное, вот так, блядь. А, есть. Зрители, я с вами не наравне, знаю, давайте будем дружить. Этих призраков. Не отставайте. Опа. Зрители, давайте дружить, мы вместе бежим. Это просто тьма. Давайте дружить. О, это легко. Достопримечательности Рима. А, нет, нихуя. Время почти вышло. Зрители, будем вместе бежать за ручку. Вот видите, зрители, мы вместе с вами, мы молодцы, мы друзья. Да что, иди нахуй, нет. О! Бренды йогуртов. Это изи. Бежим, зрители, бежим. Мы друзья. Хватай рыбу, блядь. Боже, призрак прямо позади. Опа. Малайер. Альбомы группы Любе. Хватай рыбу, блядь! Пока, зрители! А, нет, зрители, я с вами! Всё кардинально изменилось! Ай, почему не я, блядь? Ой-ой-ой! В Южной Африканской Республике. Время хватай его! Вышло. Зрители, я с вами, я ваш друг! Есть! А, в смысле? А, блядь! Стойте, зрители! Очередная блядь! Жизни. Пищевые добавки.
Илюш, а ты будешь проходить когда-нибудь? Когда-нибудь, возможно, буду. Стойте, зрители, подождите, я с вами. Блять! Хуйсосы! А! Вижен хуйсос! Хватай, блять! Не дай темноте ударить тебя по дороге. Города, находящиеся в одном часовом поясе с Москвой. Не знаю! Хватай его, блядь! Есть! 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 Шо, всё, да? Книги об изумрудном городе. Время почти вышло. Шо, всё, да? Пизда вам! Блядь! Нормально, нормально! Блять! Еще украденная жизнь! Бля! Замечательно, тьма сейчас съест всех моих зрителей. Не так быстро, зрители. Если вы хотите преодолеть этот барьер, то нужно, чтобы более 75% из вас ответили. Хуйсос ебаный! И если ты все еще в живых и хочешь пробиться, тебе нужны все три правильных ответа. Зрители, побеждайте! Я на это не рассчитывал. Что, бля? Привет, темнота. Главы Конституции Российской Федерации. Зрители сгорели нахуй. Блядь, все. Никто не выжил. Вот она и закончилась эта история. Никто не выжил, а шансы были. Самое главное, что удалось главному герою, а именно Мазелову, это поводить зрителям хуем по губам. И именно это причина, по которой мы рассказываем вам эту историю. Потому что иначе этой истории могло бы и не быть. Чё, еще раз? В прошлый раз, кстати, зрители чуть не выиграли. Я вообще с этого охуел. Такого еще ни разу не было. Я болею за Саратов, если честно. Погнали, ладно. Кот все равно будет на экране все это время. Зайти успеете. Погнали. Страшилка. Я должен выиграть хоть раз, блядь. Все, смысл игры отвечать. Короче, ну, сейчас все объяснят. Местные жители знакомы с историей заброшенного здания. Мазелов МЗЛФ СМОМ в главных ролях. Вот, заходите на по ссылке jackbox.fan и вводите вот этот код, и вы играете. Вы можете во время игры зайти вообще без проблем, вам модер кидает. Красавчик, сумасшедший маньяк. Саратов 9966, Электроузбекс. Уведомление о задолженности. Смертельная вечеринка 2. Уже во всех кинотеатрах. Как будто трейлер в кино. Подъем, просыпайтесь. Чё? Приготовьтесь умирать. Бля, как будто мать будет в школу. Добро пожаловать. Привет. В смертельную вечеринку. Это не собрание любителей мороженого, а игра с ужасающими последствиями. Да давай не пизди. Лишь один из вас останется в живых. Я. А затем мы узнаем, кто же на самом деле убийца. Я. Шучу, это я, ну, определенно я. Итак, вопрос первый. Так. Что написано на скрижале, которую держит в руке статуя свободы? Я хуй знает. Используйте свои устройства, чтобы ответить на вопрос. Это относится и к зрителям. Ну я думаю, обычно на памятниках пишут дату. Я думаю, что это второе, Потому что обычно пишут дату на памятниках. Я насрал на чудеса хуя, мама. И правильный ответ это, а? Есть! Кто ответил правильно? О, да! Как же это было просто! Остальные, следуйте за мной. Ха-ха-ха-ха! Сосатого! Уборщица, мы в комнате 105! Блять!
Подарки что, на Новый год! Это опытом. Это подарки на Новый год! Подарки! Это прекрасные Ура! Семейные сокровища, которые я раздаю в наказание. Ура! Выберите подарки! Подарок. Не трясите я... их, иначе вы их разбудите. Я то... Что, блядь? Я тоже хочу подарок. Поздравляем! О, парик моей мамы? Это ты? О, привет, мама. Я не знал, что ты в игре. Я надеюсь, ты справишься. Что, блядь? Кто победит? Мама! Кто сдохнет? Возможно, зрители. А, твоя мама шлюха! Эй, зрители, надеюсь, вы все умрете. Если вы еще не готовы, вы можете присоединиться к зрителям. Иди нахуй, ты что, охуел так пиздеть, блядь? Вообще без напряга. Ебать базарит! Охуел. Пошел ты нахуй, блядь. Двигаемся дальше. Давай. Сколько лет строился Тадж-Махал? Без понятия. Сейчас разберемся. Я думаю, вот это. Кот, ребят, вот он. Я хочу немножечко какашки. Я хочу немножечко какашки. Блядь, все, сейчас с ума сойду. Два. Блядь. Суки. Ой-ой. Остальные? Я хочу вам кое-что показать. Давай, а чё? Блядь, я не хочу проёбывать. И вновь мы в комнате смерти. Только не деньги, пожалуйста. Стена! Что это? О, вам это легко. Вам надо включить свою фишку и попробовать избежать смертельных ячеек. Это легко, давай. Знаете что? Нам нужны смертельные ячейки. Эй, вы. Ой, ребят! Ячейки, которые будут убивать. Блядь, что-то многовато ячеек. Ой, ребята. Ёб твою Ой, мать, хуесосы! Да начнутся игры. Выберите... Моя фиолетовая. Построить Верим. Это было гораздо сложнее, чем вы думаете. Да прыгай ты уже, блядь. Нет! Да! Нет! Да! Есть! Фух, блядь! Пиздец, это ёбаный. Это было захватывающе, но если быть полностью честным, я немного разочарован. Фу, блядь. Ладно, идём дальше. Пиздец, ебать повезло нахуй. Денежки. Так. Попробуем еще один. Чё там? Давайте зажжём. Как называется плазма, которая окружает солнце? А, это легко. А, нет, нихуя. Ой-ой! Ладно! Я выбрал! Время почти вышло! Кто выбрал? Четыре? Есть! Есть! Какой же я умный, боже мой! О, ребята! Нет, я бы даже не подумал о том, чтобы отправить тебя в комнату смерти. Что? Остальные? Пора. Он ее... Он его сейвит, блядь! Давайте посмотрим, у кого есть экстрасенсорные способности. Напиши ответ, который подойдет к этой категории. Нихуя себе, блядь, повезло челу. Все остальные тоже будут отвечать. Если твой ответ совпадет с чьим-то другим, ты сдохнешь. Ой-ой, это очень сложно, блядь. Я не знаю. Абсолютно каждого игрока. Я написал. Ой-ой, ребята, вы в опасности, пиздец. Время на исходе. Ой-ой, ребята, Ой, не успели. Кто тут не дал ответа. Большая ошибка. В любом случае, идем дальше. Пиздец, их просто убили. Ой-ой. Тебе следовало выбрать менее очевидный вариант, если бы тебе хотелось жить. Пиздец. Всех четверых убили, охуеть. Страшно. За что? А я уже почти поднялся. Я живой. Сюрприз. Привет. Теперь вы призрак.
Не прекращайте играть, и тогда сможете украсть жизнь у другого игрока и выиграть. Я выиграю, я выиграю. Так. Мы прибыли. Когда в живых останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. Надеюсь, это будет не его мама. Следующий вопрос. Давай. Древние греки сказали бы, ты идиот, так, потому что... Да, это легко, это очень легко, кстати, это супер легко, это супер легко. Это очень известная фраза. Время убегает. Кто выиграл? Первое. Изи. Вот это. Диабло, ты чё? Блять. Изи бабки. Один из вас до сих пор жив. Идем со мной. Ой-ой-ой. Зеркало. Нет ничего веселее запотевших зеркал. Ну, я бы поспорил. Взгляните, призрак дедушки Милдред пишет на зеркале. Следите внимательно за ее особенным почерком. Так. Теперь тетя Милдред напишет другое слово, как и все остальные. Нарисуй. Сейчас такое на напишут, блядь. Возможно, ты проведешь кого-то, заставив их подумать, что это слово написала тетя Милдред. Да начнется рисование. Смотрите внимательно, одно из этих новых слов будет написано призраком тети Милдред. Что вы, блядь, рисуете нахуй? Столько убедительных слов на выбор. Теперь напишите слово, которое написала тетя Милдред, или вы умрете. Блять, тетя Милдред написала. Настоящая хуй. Тетя Милдред, пожалуйста, встань. Какая нахуй? Тетушка Милдред точно не могла бы такого сказать. Это я написал, давайте, блядь. Я вам покажу, что было за этим зеркалом. Блять, я типа убил, считай, своими руками. Это я написал, блядь. Ебать, у меня почерк похож на тетю Милдред, оказывается. Прости, Диабло. Двигаемся дальше. Так. Какой из этих химических элементов... Блять, я не знаю. Я за химию очень плохо. Кстати, по-моему, я знаю. Время почти вышло. Мне кажется, это третье. Это вопрос с подвохом, это третье. Блять. Вот это. Пизда. Ой-ой. Настало время последствий. Альфа-банк, я не умру в туалете. Ах, потерянное искусство написания писем. Так. Я прочитаю вам письмо. Так. Напишите как можно больше из того, что я скажу. Давай. Все остальные тоже будут писать. Давай. И если у кого-то получится лучше, чем у тебя, ты сдохнешь. Давай. Окей, дайте мне откинуться назад на этом кресле и приподнять ноги. И мы начинаем. Поехали. Уважаемые охранные системы приют, вы можете сказать мне ваш самый расхожий пароль? Не хочу быть весьма банальным, поэтому прошу сообщить мне набор чисел, который поможет мне заполучить доступ и пробраться к соседу. Время вышло. Теперь я посмотрю, что вы написали. Что-то я успел сделать. И вот что у вас получилось. Но справился ли кто-нибудь лучше? Сосать хуесосы! Это потерянное искусство. И ты был неплох. Мы с Альфа-банком красавцы. Так странно видеть свою маму в игре, особенно когда она давно не проявляла интереса к моим хобби. Изи. Попробуем еще один. Муравьед хорошо справляется с поеданием муравьев, но чего у него нет? Хуя! Я знаю! Это слишком легко. Это слишком легко. Изи, победа. Время убегает. Четыре.
что выбрал? Изи! Вот сюда, бабки! Все живые игроки ответили верно. Но не хотелось, чтобы это произошло. Так, дальше. Двигаемся дальше. Давай мне денег. Какие три региона образовывают Великобритания? А я знаю, кстати. Изи. Как же это, блядь, легко? Время почти вышло. Я не подглядываю, я чат вообще не смотрю. У меня же на втором мониторе вот эта хуйня. Вот это. Изи. Как же, блядь, легко. Супер изи. Я не могу всегда защищать тебя, мама. Следуйте за мной. Ой. А, он... Он забрал только маму, слышь, остальных не забирал. Нихуя себе, блядь. Время подвергаться лохотрону. Ого, блядь. Ебать, прикольно. Вращай, блядь. Мой родники, вращай. Бля, ебать прикольно. Колесо мой самый любимый. Crazy Time. О нет, я никогда не ожидал, что это произойдет. Это грустно. Я ненавижу это делать, мама. Пиздец. Даже если ты мертв, это не значит, что парик исчезнет из игры. Прямо сейчас умерла. На твоем устройстве есть завещание, и у тебя есть пара секунд, чтобы заполнить его. Нет. И завещать свое имущество игроку, который действительно заслуживает. Нет. Но это нужно сделать прямо сейчас. Нет. Не надо. Иметь актуальное завещание, как у нашего нового призрака, это хорошая идея. Здесь написано, что подарок достается тебе. Это теперь твоя да проблема. Блять, ну почему я мама? Ну я не мама. Ну блять, у меня парик этот долбоебский. Попробуем еще один. Давай. Какая игра начинается с фразы «война»? Я знаю! Кеквэ, блять, ебать вопрос, который я знаю, попадаются. Ебать повезло. Бля, ебать мне везет, я знаю ответы на эти вопросы, пиздец. Ебать, мне очень везет. Как же это легко. Кто выбрал? Чего, вот блять? Какой нахуй Fallout это в Call of Duty? Капитан Прайс говорил, блять. Новая мама? Что ты тут делаешь? Какой? Полагаю, мне придется наказать всех остальных. Что? Надеюсь, у вас все хорошо с пониманием инструкции. Выполните как можно больше правил до того, как время закончится. Все остальные тоже будут играть. Если кто-либо из них выполнит больше правил, чем ты, я убью тебя. Я сейчас выполню больше правил, что он проебал, блядь. Правила уже надевайся, поехали. Иногда я волнуюсь, что слишком часто говорю слово «правило» на протяжении всей игры. Правило, правило, правило. А, может, мне это просто кажется. Время правил близится к концу. Так. Недостаток ваших правил компенсируется моим правилом «убивайте это». Блин, чел вместо меня сдох, это пиздец. Бля, какой же разъёб, это вообще просто нахуй. Я мама, кстати. Остался только один выживший. Да-да, я. Вы знаете, что это значит. Бля, охуенно, мать года реально. Бля, такой долбоёб вообще. Сможешь ли ты сбежать? Смогу, смогу. Сейчас я дам первую категорию. Так? Стертый щелчком Таноса в фильме «Мстители. Война бесконечности». Выберите ответ, который... Так никто же из них не был стер. Изи. За каждый правильный ответ вы передвигаетесь на шаг вперед. Финиш, я вижу финиш.
Погоди, ты же не думаешь, что ты будешь делать это в одиночку? Ой-ой. Наивно. Альфа-банк хочет меня убить. Тебя, он украдет твое тело, тогда именно он сможет сбежать и выиграть. И вот вопрос, который звучит для всех. Блять, я не знаю. И они получают третий вариант, чтобы им было легче догнать тебя. Время почти вышло. Окей, вот так. Окей, ладно, хотя бы одно. Двигаемся потихонечку, двигаемся, нормально, 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 идем. Да, блядь, что это такое? Основные газы. Я не знаю. Блядь! Призраки, идите нахуй! Враги черного плаща. Бля, вот это, я не знаю, я этот мультик с последний раз смотрел в детстве, блядь. Что? Ладно, хуйсосы. Нечестно. Не оглядывайтесь. Блядь, идите нахуй. Это просто тьма. О, легко. Которые упоминались в сказке «Тараканище». Ну это, блядь, это нечестно, у вас лишний вариант, это нечестно. Есть! Я эту сказку читал на ночь сестрам. Есть! Бля, дьявол, ты хуй такой быстрый, иди нахуй! Темнота настигает. Игры из серии «Электроника». Я помню эту хуйню. Ладно, хотя бы одно. Нормально, нормально, идем. Я вижу выход! Тебя не забудут, кем бы ты ни был. Я вижу выход, мама! Полосатые животные. Есть, изи. Я мама. Изи, 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 это легко. Вы что, охуели? Считайте это подачкой. Блядь, они очень близко. Фильмы с оборотнями. Время почти вышло. Блять. Есть. Есть, 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 есть. Я вижу финиш. Ты кто, мой приемный папа? Ты слишком близок к моей маме. Да, иди нахуй. 8 самых распространенных букв в русском языке. Точно это, точно это. Блять! Замечательно, тьма сейчас съест всех моих зрителей. А-а-а, не так быстро. Тебе нужен идеальный ответ, чтобы сбежать. Сейчас сделаем. Блять! Я добавляю третий вариант. Верим! Блять! Тебе надо дать все правильные ответы, чтобы сбежать. Хуесос! Вы украли лидерство! Во тьме всегда есть место. Да, блять, это... фильма «Приключения капитана Врунгеля». Время почти вышло. Нет! Мама умерла, то есть я. Ну, блядь, я всю игру побеждал! Ну, это нечестно. Мне было весело, иди нахуй. И вот мама умерла. Такое происходит не в первый раз. И, скорее всего, не последний. Кто знает, быть может, это была мама Лоусоза или мама Бибигуля,
или мама Долфи, или еще чья-нибудь мама, это не важно. Важно то, что мама теперь никогда больше не увидит солнечный свет. Эх, мама. Мама! Вот так вот. Ты смотри аккуратнее. Да я знаю, я слежу фильм, я смотрел на время. Вот так вот, ребята, и заканчивается все. Так и заканчивается жизнь. И остается только вот это. Да все, короче.